Из Дели в Самару Раджат Мухерджи переехал 1,5 года назад. Город на Средней Волге мужчине понравился сразу. Что непривычно для жителей южной страны, ему близок российский климат и холод. Поэтому зимой здесь ему особенно комфортно. Говорит, прежде чем переехать, 1,5 года упорно учил в Индии русский язык. Чтобы полученные знания применять на практике, общался в интернете с жителями России. Во время одной из таких переписок он познакомился со своей женой Ириной. Она и послужила главным поводом перебраться жить в Самару. Когда я начинал учить русский, я познакомился с своей, сейчас женой. И она самарская девушка. Так. Когда я приехал тут, она сказала, давайте, смотрите, это новый город. Не, конечно, большой, как Москва или Дели, но все равно это другой город. Я сказал, давайте, посмотрим, как тут. То я приехал тут. Раджат – инженер по образованию. Он имеет многолетний опыт работы с англоговорящими иностранцами из разных стран. Поэтому здесь, в городе-курорте, сразу нашел дело по душе. Он начал преподавать английский язык. Занимается как онлайн, так и очно. В планах у мужчины открыть свои собственные курсы. Теперь есть у нас, как называется, English and Experts, разговорный клуб английского языка. И мы занимаем, это просто типа как социальный групп. Мы почти 2 раза каждый месяц сидим, разговариваем, пьем чай, вот так. Летом мы гуляем. Больше всего в Самаре Раджату нравятся люди, набережная и река Волга. Он мечтает научиться хорошо плавать. Кроме преподавания, мужчина увлекается фотографией. После того, как закончится пандемия коронавируса, Раджат Мухерджи планирует путешествовать по России и открывать для себя новые горизонты. Но мужчина уже уверен, что ни один город он не полюбит так же сильно, как Самару. Мэри Илчан, Максим Гусев, события.